Владивосток, 30 апреля 2022 года. Ветрено сегодня во Владивостоке. Какая-то группа выступать будет. Что-то машину парковали.
место. Свадьба. У кого-то свадьба. Контрабанда здесь. Клуб находится. Такой дворик. Сегодня ветрено так. Дворики центра города. Здесь уже заброшка такая. Старый кирпич. Ярмарка. Креатив какой-то здесь всякий разный. И впереди Владивостокский Арбат Фокина. Какая-то экскурсия проходит. И заброшка.
строительные работы какие-то. Светландская, 16. Что здесь? Интересно. Это говорит. Выставка. Мариша.
Капланская 5А. О, тут такой домик. На спортивной набережной идут ремонтные работы, установлены заборы. Здесь торгуют всякими магнитиками, всякими сувенирами. Стадион «Динамо». Фонтан, там выше кинотеатр «Океан» находится. Так. Фонтан обычно запускают в начале мая. Фонтаны во Владивостоке запускают. Все здесь сейчас закрыто заборами.
сняли деревянный настил, снимают плитку. Вот. Рабочих не видно, никто ничего не делает.